witness. Try to tell them you don't wanna go to war with us. We be them, young riders, raised in the gutter, really started from the Помнишь, мы ехали в поезде, я сидел, что-то писал. Ты постоянно спрашивал, что ты пишешь. Я записывал свои какие-то чувства и ощущения и вспоминал то, как ты в какой-то момент ворвалась в мою жизнь, перевернула все с ног на голову. Я не понимал, что происходит, а потом просто влюбился. Влюбился искренне и по-настоящему. Спасибо тебе за эту сказку, которую ты сегодня подарил. И которую ты даришь каждый день. Спасибо за то, что ты дала мне понять, чтобы я сейчас стоял здесь. Я очень люблю тебя. Я очень ценю тебя. И самое главное, я очень сильно тебя уважаю. Ты сделала меня сильным в последнее время. Уверенным и, самое главное, счастливым. Я реально счастлив. Я тоже ощущаю, что ты безумно меня любишь. Я безумно счастлива, что я нашла такого человека в своей жизни, и именно за него я сегодня выхожу замуж.